Всем привет, дорогие друзья! Мы снова играем в Far Cry Primal и сейчас отправляемся на охоту за диким лосем. Это задание от охотницы. Так, нам с вами нужно подняться вот туда. Значит, мы забираемся здесь. И это задание будет доступно только ночью, но по идее там должен быть костер или что-то в этом роде. В общем-то, в любом случае, мы пока туда только идем. А ну стой! Стой! Оп! Ха-ха-ха! Не на того напал, лосяра. Но это не тот лось, который нам нужен. Ой, ёперный балет. Так. Нам срочно нужна ловушка. Ух, там дикий белый лось. Фу, дикий. Редкий. А ну-ну-ну-ну-ну. Мы бежим за ним. Мы бежим за редким лосем. Жесть какая-то. Тут и тигр. Так, а где наша киса? Воу-воу-воу-воу-воу. Не знаю, кто из них опаснее. Убью всех. Ну, снимай шкуру. Да снимай же ты с него шкуру. Да-да-да-да-да. Это был рыжий лось. Рыжий, мать его, лосяра. Так, я не помню, мы можем с вами приручать медведя или нет? Ой. Это кто там гуляет? Так, минус один. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, иди сюда. Куда ж ты побежал? Чё, мне тебя догонять теперь? А ну стой, 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 стой! Догнал таки. А, жесть. Ножом догнал. Ну что, неплохо. Я могу сказать, мы очень недурно с вами тут поохотились. Я прям рад. Так, это мы соберем. Редкий лось, это, конечно, круто. Да, я же хотел посмотреть. Пантера наша померла. Надо ее оживить. Ибо без нее не очень приятно. Так, нам с вами, наверное, надо все-таки мясо иметь. Ну, лишним не будет. Это уж точно. Козлы. Ого. Слушайте, а лук, по-моему, стал мощнее, да? Намного мощнее. Его, по-моему, теперь может даже не целиться в голову. Причем это обычный лук. Это не длинный. У нас есть еще длинный лук. А ты кто? Ты типа Винжа, да? Ну и ладно. Будешь Винжей, так и быть. Блин, круто, нам еще какой-то рыжий лось попался. Причем так вовремя они с медведем сцепились. Это, ну, прям, я не знаю, это подарок судьбы какой-то. Кто? Что? Ага, вот.
Костер, да-да-да-да-да. Костерочек. Большой лось кормится только ночью. Не-не-не, мужик, никаких копий. О, круто, да? Убийство метательным ножом просто вещь. Так. Мне показалось? А, нет, не показалось. Оп-оп-оп. Тихо-тихо-тихо. А ну, отвали от меня, тварь! А, я тебя дубиной сейчас забью. Тварь, напал на нас, а? На, скушай мясо. Вот, кстати, леопарды я не видел, чтобы лечились. Если тигр сам себе доктор, да, там подлечивался, а вот леопард хрена с два. Так, ладно, до заката спим. Вот и задание начинается. Следуй за светлячками. Так сказано в условиях. Следуйте за светлячками, чтобы добыть большого лося для Джея и мы. Задание доступно только ночью. Принимаем. Большой! Батя, большой, большой лось! Арчи, лаукари хапи хадаш. Ладно. Идем за светлячками. О, топир. Да, нам как раз, по-моему, один топир и нужен был. Вот он к нам сам и приехал. Мясо, шкура топира. Да, смотрите, мы можем что-то с вами изготовить. Так, изготовление это у нас мешок. Можно нести вдвое больше еды, ресурсов для оружия. Оу, oh, Так, барсука нам надо до хрена шкур. Вот чё. А я не знаю, где они водятся. Вот что обидно. Так, светлячки. Светлячки, вот они. Кстати, как думаете, будем поджигать лося, да? Как красиво, да? Ручей охоты на халчи. Халчи, блин. Не знаю, как их правильно назвать. Оп-оп-оп-оп-оп. Подождите-ка, я кого-то увидел. А вот он. Так. Да, конечно, будем поджигать. Снимите с него шкуру, да? Тихо, тихо. Блин, тут еще эти черти. Не-не-не, мужики. Мне сейчас не до вас. У меня тут лось. Вау! Сейчас мы тебя забьем. Давай, порепи ему. Крепкий падла. Так, теперь самое главное. Раз. 20. О, да. Не. А, я не это хотел, ну да ладно. Все, снимаем шкуру. Мы сделали это. Мы сделали большого лося.
12 подвигов. Задание выполнено, да? Событие. Что ж, нам нужно подсобирать сейчас древесины вот этой. И вообще, было бы неплохо, наверное, посмотреть, что там все-таки в этой пещере. Да? Оп. Сейчас мы тут все разведаем. Тут по-любому есть какой-то, да, ресурс. Не ресурс, а видите, тут рука дальше где-то. Где-то она... Блин, а где она? Она наверху. Наверху. Черт побери. Ё-моё. Высоко, однако. Ну ничего не поделать, надо лезть. 250 опыта, как говорится, в кустах не валяются. Вон она где светится. Пирчики. Так, полезли. Блин, хочу саблезубого тигра приручить. Очень хочу. Оп. Ну, лезь. Эй. Васа, лезь давай. Ну, наконец-то. Ха-ха. Дорогая моя. Супер. Так, теперь, пожалуй, смотрите, мы с вами что-то можем изготовить. По деревне у нас пока ничего. Это у нас будет копье улучшенное, он будет наносить больше урона. И сразу же изготавливаем еще одно улучшение, круто. Осталось найти 4 редких южных камня, и у нас в руках копье. Что тут по луку? Один редкий южный камень, и все. 2 очка навыков у нас имеется. Значит, мы можем... наездником стать для животных. Ну, давайте, почему нет. О, смотрите, какое у нас теперь копье прикольное. Так, ладно. Давайте посмотрим по карте все же, куда мы пойдем дальше. У нас есть несколько заданий. Тут еще надо урки-мыслителя найти. А для этого надо переместиться вот сюда. Так, что ж, супер. Сейчас мы, как всегда, ресурсов подберем. Может, нам все-таки что-то из этого пригодится, да? Редких шкур нет. Я не знаю, что нужно для того, чтобы они нам приносили редкие шкуры, но, видимо, все-таки развивать деревню, развивать поселение, и тогда все будет чики-бомбони. Так. Мы идем сюда. Кстати, это юг или как? Да, южный камень. Отлично, значит, нам нужно собирать здесь камни и древесину. Древесину и камни. Все просто. Тут, кстати, еще последний раз меня зверюги какие-то убили. Оп. Не-не-не-не-не. Не хочу я с ними связываться. Вот там вижу какого-то редкого, походу, зверя. Волка, что ли? Белого. Так, вот древесина. И камень. У-у-у, круто. Ну давай же. Есть! Ребята! У нас есть... двойной лук теперь. Так, двойной лук обладает отличной скорострельностью, выпускает по 2 стрелы за раз. Ух, круто. И вы знаете, мне теперь хочется прокачивать вот это вот, пожалуй, умение, чтобы создавать больше стрел. Ну, как бы уже не хватает. О, класс. 2 стрелы.
Шикарно. Но нам один хрен нужно. Опа-па-па-па. Один хрен нам нужно собирать древесину продолжать. Потому что у нас ни хрена ее нет. И нечего даже сделать стрелой. Так что продолжаем увлекательное занятие. Красный лист нужен, чтобы воскрешать зверей. Да блин. Великолепная скорострельность, мать его. Черт, подери тебя. Давай дубину. А еще вас там не хватало. Отлично. Ух ты, падла. Что-то две стрелы ни хрена не убили ее. Даже не знаю. Пока вы знаете, наш обычный лук, по-моему, мощнее. Кажется. Во всяком случае. Ладно, это проверим мы еще. Черти, блин. Слушайте, а зачем здесь вот такая горка сделана? Может, там что-нибудь лежит? Как думаете? Нет? Может тут что-то лежать? О, куда-то мы залезли. Так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, даже руку дальше не оставили. Неинтересно. Ладно. Зря старался. Опа. О, это же... Это же... Та самая моя киса. Блин, это киса. Слишком жестокая. Так. Пусть он сейчас завалит нашего. Так, отлично. Твою мать! Как ты сюда залез? Блин, это жопа. Это жопа. Так. Надо повыше лезть. Надо лезть повыше. Ну, куда вы побежали? Блин. Ну давай, 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 давай. Да, 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 да. Я тебя прошу. Ну, 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 ну. Оу, е! Боже. О, охренеть. Это было реально сложно, ребята. Может, я такой, конечно, но это было круто. Но теперь смотрите, как мы можем ездить. А, жесть вообще. Мы теперь всадники. Правда, чувствуешь себя несколько пьяным. Так, ладно. Это все, конечно, хорошо. Но нам нужно наверх забираться. Во, по-моему, вот здесь можно, да? Да. Так, слезаем. С тигры. Слушайте, я хочу попробовать кого-нибудь убить.
Найдено кострище. Кто меня палил? А. Ага. Во. А, ништяк. Это, блин, жесть. Тигр — это круто. Зато, вот понимаете, когда мы на тигре, у нас есть ближний бой. Вот и все. Вот что я хочу сказать. Ближний бой рулит. А я нет. Я не рулю. Лечимся. Ну бей же его. Во, наконец-то. Тут жесть какая-то произошла. Тоже саблезубый тигр горел. А, вот он, вот он. Эй! Стой! Да-да-да-да, нам нужна твоя шкура. А я не понял, нас сбили с него, что ли? Так, что тут, костер разжечь надо? А, нет, его наклонили, во. Что-то ты слабенький, дружок. О, а жрешь как за троих. А давайте посмотрим на его... Нет, на его характеристики. Итак, сила 4, скорость 5, скрытность 3, самый быстрый хищник Уруса. Но нам бы... Так, пещерный медведь, бурый медведь, барсук. Почему-то барсук наравне с медведями. Для меня это загадка. Ладно, пойдем. Пойдемте. Наверх покатались, порезвились, да и хватит. Собственно. Нам надо сейчас начинать задание. Кстати, что-то есть. Лагерь. Что за лагерь? Лети словно птица. Помогите урке научиться летать. Награда 500 опытов. Птица, говорить? Ты урки говорить, как ты летать? Ты урки говорить, как ты летать? Винджа. Ты улетать, мелкая тварь, улетать. Урки, как птица летать, очень хотеть. Урки сан патра. Урки перьев нет. Перьев нет. Перьев нет. Ты умный. Ты очень умный. Ты помогать урке сделать перья. Тогда урки летать. Тогда урки летать. Ты помогать урке сделать перья. Тогда урки летать. Летать. Жесть какая-то. Лети словно птичка. И что ж там? Убейте животных и добудьте шкуры для урки. Ага. Тудама. Ну ладно. Пойдем пешком.
Тем более тут вроде как недалеко. То есть, если мы вот так двоих помечаем... Нет, стрелы летят все равно в одного. Черт тебя дери. Почему мой этот не реагирует на них? А, потому что я не прицелился. Точно! Сейчас посмотрим, как он задерет нахрен. Просто жесть. И остальных. О, красавчик. Да блин, жесть какая-то. Стою рядом и ударить главное не могу. Ну что за бред? Вот честно, мне кажется, в этой части, ну, налажали разработчики. С управлением, во всяком случае. Снежная птица, черепаха, ворон, грыз, рыба, ёлки-палки. Короче говоря, лук какой-то бестолковый. Вот обычный лук реально круче. А, блин. Это вот это надо было птицу убить. Ну, допустим, рыбу мы сейчас... Да, блин, задрали. Где? А, вот они. Ну вот, смотрите, как отлично работает обычный лук, да? Принеси мне его. Все. Ну, мощи у него не занимать, ничего не скажешь. Так, а на птицу он сможет? Так, кого-то мы убили. А, это ворон. Нет, это... Следующий. Я так понял, нам тут будут постоянно мешать, да? Не хотят, чтобы мы спокойненько, да? Здесь все это сделали. Блин, стрел не хватает. Категорически. Ладно, давайте идти тогда на место нашей охоты. А, ворона мы убили, то что надо. Снежная птица, это кто? Это ворон опять? Ну да, похоже, что это ворон. Белый ворон какой-то. Великий Прошрава. Прошрава. Такое захочешь и не придумаешь название. Хорошо, мы сейчас вот сюда заберемся и будем искать следующую нашу цель. Ну, черепаха это просто. Да? Или нет? Я ее не убил. Между прочим, убил, спряталась черепашка. Вот теперь убил. Так, о, даже редкий нам выпал. О, боже, зачем же так пугать? Рыба, рыба плавает по дну. Сейчас поймаем мы одну. Ой, ой. Так, рыбонька. Рыбоньку надо копьем бить. Давай, 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 плыви сюда. Вот и все. Одна рыбка есть. Да блин. Во. Отлично. Голова грыз рыбы. Или она типа редкая, потому что по заданию. Осталось найти снежную птицу. Просто кто это? О,
вон она. Вон эта чертова птичка. Да ладно, улетела. Нет, 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 это не летающая птица. О, да, нашел наконец-то. Так, ну пойдемте к урке теперь сходим. Принесите урке все необходимое. И как видите, нам нужно как-то забраться наверх. О, нифига, вы видели тут какая скала? Наверное, он с нее потом будет лететь. Тут, кстати, есть южный камень. И, по-моему, подъем тут находится, да? Нет. Так. Тогда где подъем? Подъем вот здесь. Вот он. Наверх, так сказать. Отправим сейчас птичку одну 80-килограммовую полетать. Еще выше. Ну что, урки, готов? Урки. Урки. Спасибо. Спасибо, умный. Спасибо. Теперь урки перья делать. Ты идти. Идти смотреть. Урки, как птица летать. Давай, давай! Иди! Жесть, такой принес ему два пера. Это прям трэш какой-то. О. Ну что, занимаем лучшие места? Смотреть, умный! Урки над деревьями летать, как саблезуб с крыльями! И на тебя приземляться, умный! Боже, он взял палочки и на них перья. Это, друзья, был прыжок веры. Первый ассасин, мать его. Урки. О, боже. Сейчас, сейчас, сейчас. А где он? Слышите, да? Он, походу, реально здесь внутри. А, в общем-то, нам, видно, надо вернуться в наше поселение. На этом, друзья, серию мы завершим. Увидимся с вами уже в следующей части. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Пока-пока.